Дворец был построен в 1911 и 18 годах. Около 400 мастеров участвовали в постройке лепили здесь. Айван называется Айван приветствия, потому что каждое утро эмир садился на троны на этом Айване, и придворы эмира собирались вот здесь, во дворе, и они приветствовали по одному, поэтому Айван называется Айван приветствия. Зал называется Белый зал, или можно назвать тронный зал, потому что зал служил как приемный кабинет эмира, здесь мы принимали гостей. Там есть его спальная комната. Он оттуда заходил, вот этот зал, а гость отсюда заходил, через эту дверь. 25 мастеров потратили 2 года, чтобы построить этот зал. 4000 кусков зеркал было привезено из Венеции, и они их лепили на стене. Лампочки были привезены из Австрии. Раньше электричества не было здесь, но здесь был генератор, движок. Мебель французская, а внешне китайские и японские вазы. Некоторые вазы здесь китайские, а некоторые японские. Ковер тоже старый. 100 лет тому назад этот ковер весил 300 килограммов. Это один ковер. Размер составляет 7 на 14 метров. Это шахматный зал. Здесь мы со своими друзьями играли шахматы, нарды, домино. Это шахматная доска, работа бухарских мастеров. А это столик для карты. Это был привезен с России. В витрину сможете увидеть работу наших бухарских ремесленников. Они из серебра. Только вот эта ладья была привезена с России. Это подарок Николая II эмира Алимхана. Это весит 4 килограмма из серебра, это для напитки и содержит в себе 9 литров. А часы были привезены из Германии, конца 19 века. А это каминка, печка. Строительные материалы были привезены из Германии, из Баварии. Наши местные мастера построили, но это только для красоты, только для декорации, потому что это летний дворец.